Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, с вами Мария Карпинская. Вы не представляете, насколько прекрасен закат. Уже зашло в таком вот стиле. Ну, здесь не отобразишь все. И здесь все горит, естественно, разными огнями. И все сидят, все чего-то заказывают. Но я сытая, мне даже заказать нечего. Сейчас посмотрим, что они тут делают. Что это такое? Оф, оф, говно. Да, рыбой воняет так, что просто противно. Смотрите, как красиво все. Небо. Вот там скалы эти. Здесь звучит музыка. Все горит огнями. Это очень сказочно. Реально сказочно. Такие вот шатры. Ну, тут, наверное, народ попивает. Здесь что? Вот посмотрите, как все уже горит огнями, и океан отсвечивает розовым цветом, и люди все прекрасны, и все тут прекрасно. Вон тоже красиво. Но говорят, раньше здесь было очень много выступлений разных. Вот там с огнями немножко балуются. Но сейчас как-то стало скучно немножко. Везде индусы поставили столики. А если ты садишься за столик, надо чего-то заказывать. Это народ предпочитает просто гулять, не сидеть за столиками. Но в этом свете все люди прекрасны. Вот. Гоа. Арамболь. Не знаю, куда еще пойти, чтобы посмотреть. Но все так красиво, обалденно. Всего доброго.